Всем привет, дорогие друзья! Всем привет, дорогие друзья! С вами Влад, сегодня поиграем в игрушку под названием Watch Dogs 2. На канале прикоснуться к играм. И мы продолжаем. Миссия называется Глаз за глаз. Глаз за глаз. Привет. Мы продолжаем. Есть что-нибудь? О, привет, Ретро. Слушай, мы все в Дотсек тебя поддерживаем. Гораций был отличным парнем. Он был бы рад это слышать. Ну, что там у нас? Мы взломали камеру и отсмотрели пару часов. Тескос загрузили лодку какими-то ящиками. И эти парни вооружены до зубов. Трудности это по мне. Спасибо за инфу. Удачи, Ретро. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Я его что-то не узнаю, это вообще то. Ты про кого? Значит, какой-то мужик вот это. Он... А, это типа отпущик, типа. Потому что его у нас просто в команде нет. Ох-ох-ох. Нам надо лодку взорвать или что? Или что нам нужно сделать? Нам надо вот это вот. Вот в этом вот огромнейшем корабле, в котором очень тонна охраны, зажечь 4 контейнера с коноплей. Не с коноплей, а с кокаином. Окей. Отомстим за своего брата. Своего друга. Кстати, мне чем нравится этот автомат, и можно хедшоты ставить. Он еще идет как снайперский. Вот такой вот у него. Мне он, кстати, нравится. Найти его и завалить! Вам ясно? Мен трупнуть. Ну да. Какой-то у него что-то такое. Наш персонаж даже не умеет по лестнице. Она сказала Талмады. Это по-мексикански. Но мексикански я не знаю. Он за тебя был, и он не смог тебя убить. Он передо мной. Ой. Это их взбесит. Еще три. В смысле, а как их сжег? Не идем просто. Чего, блин? Грена, вали. Она в прошлый. Чуть не завалили. Ой, музыка ж пальцы. Да, так скучно заходить. Ну, грина. Знаю я, блин, так и не долетел. Чё-то мне с этой греной. Я пытаюсь, блин, так нормально упасть, чтобы попасть в этот контейнер, потому что там очень сложно было бы, мне кажется. Там надо вообще обходить. Я думаю, по-заумному. А только у тебя жизни было мало, ты спрыгнул. Короче, начнем с самого низа.
А лучше, вообще начни. Вертолет. Он что думает, что может просто так стрелять в нас, а потом свалить? Найдите ублюдка! Так ты же не... Ты же не стрелял. Что-то убил. Мазал? Нет, там стекло. Я хочу, чтобы они дверь открыли. А вот они открыли. Открыли, не знаю. Ну? Дробовик? Автоматом, ёбану нафиг, сколько их. Менты приехали? Взбесит. Еще три. А зачем сырого? Ты мог туда пострелять просто и все. Нет. Логики нет. Ты сможешь уничтожить копс просто стрелять? А реально, здесь работает такое. Да. Нормально. По стену, блин, взрывчатки не убил, а пули сейчас убьют. Готово! Осталось два. Я же тебе говорю, патронами работаю. Прикинь, что по стену завалил. Это классно. Кстати, так же можешь вертолетиком сделать. Чего? Кого вы взяли, чуваки? Они вообще кокаин переводят. Уничтожена. Тескас поняли, сваливай. Что это война. Уходи оттуда. А вот и лодочка. Вот и лодочка, русская лодочка. Ага. Уходим, а там уже и к ним менты, да, туда. Когда мы кокаин спалили, они туда едут. Не могли до этого, пока были все эти доказательства. Ну. Да прикиньте, тут походу такси, лодки так и не изменили. Да, прикинь, так и не изменили. Смотри, кстати, да, лодки же плывут быстрее, когда ты их замываешь. Теперь Тескас на видео, которую убили Горация. Вот, видал? Тони. Самый главный, Скорняк Пабло, его пока не нашли. Остальные – Луис Травина, Тина Уэрде и Хорхе Гутьерес. Они встречаются в высохшем канале, чтобы решить, что с нами делать. Супер, за ними. Кажется, они знают, что мы за ними пойдем. Я кажется же...
дорогие друзья, встретимся мы уже на следующей миссии и убьем их всех, наверное. Я не знаю. Да. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем удачи. Всем. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал.